сегодня вот такая погода приветствует меня, и я сейчас направляюсь в колледж. Я только что недавно вот проснулась и открыла комментарии, которые вы мне пишете. И хочу на некоторые вопросы сейчас вам дать ответ. Итак, первый вопрос. Почему я беру русский класс в колледже? Я же и так понимаю русский. Ответ. Я не от того, что я хочу учиться русскому языку. Мне нужно... Я планирую поступать в университет в Калифорнии. И для того, чтобы поступить туда, нужно иметь класс дополнительный, помимо английского языка. Типа, что я, например, знаю иностранный язык помимо английского. Потому что английский — это американский, это и так, естественно, обычный язык. Так как я знаю русский, мне предложили консультанты взять русский, но я бы могла брать просто, например, испанский или итальянский, китайский, корейский. Вот кто той национальности, испанцы, например, с Мексики приехали, они просто берут испанский язык для того, чтобы просто поставить галочку, чтобы не сильно напрягаться. Я не хочу сейчас брать, например, какой-то испанский язык, хотя это нужно, я в будущем планирую его учить, но я не хочу пока брать, чтобы я толком английский не выучила на 100%, потом еще испанский сейчас зубрить, учить, чтобы не было никаких проблем с моими оценками. Я просто решила взять русский язык, чтобы просто мне было легко, поставили галочку, и я с удовольствием по критериям подхожу и могу перейти в будущем в университет. Следующий вопрос — это почему я говорю iPhone X, а не iPhone X? Я скажу, почему. Потому что в Америке все говорят не X, а X. И я не говорю AX, я говорю X, как Apple X. Понимаете? У нас в Америке так говорят. Я беру математику класс, и все студенты, все учителя говорят X plus Y, к примеру. Как мы в Украине говорили X плюс Y. Понимаете? X plus Y. Поэтому X. Следующий вопрос. Почему у меня на телефоне стоит моя фотография? На обоих моих. У меня стоит моя цель, куда я хочу поступить. И поэтому это меня мотивирует. Даже если и не эта фотография стоит, а другая стоит на моем рабочем столе. Мне просто нравится. А какую мне фотографию поставить? Как вы думаете? Вашу? Или просто природу? Мне нравятся мои фотографии, поэтому... Я с удовольствием ставлю какую-то красивую, чтобы смотреть, и все. А я сегодня сделала себе прическу, две косички. Две косички. Вспомнить молодость захотела. Да я еще вам не показывала. Мой брелок на ключи. Опять. Чтобы восстановить зонтик, расскажу вам лайфхак. Нужно стать, наоборот, против ветра. Он тогда его вывернет. Ладно. Буду я бежать в класс. Смотрите, какие у нас деревья есть. Необычные. Я их не замечала, потому что здесь всегда много людей стояло. Знаете, такой контраст. На улице такая холодина, а когда в помещение захожу, всегда тепло. Но когда сижу в классе, потом в коридор выйду, так холодно. У нас перемена. Вот. Кто там? Кто? А. Hello, Лидия. Римпл. Нора. Томми. Должны дискуссировать нашу книжку «Жемчужина». И мы все сидим. Все наши. Мне тоже на русском написали. Покажи. Смотрите, наш учитель на русском написал комментарий над себя. Над чем? Он говорит, над нормально? Чем? Значит, он понимает русский. Александр, наш профессор понимает русский. One day he asked me, it's very difficult to pronounce the word «взгляд». Какой взгляд? Взгляд. Короче, все, будем дискуссировать. Сейчас фильм смотреть, будем шепчужить. This guy? Yeah. It's
кажется, надо. Other fishermen, or there were other people on the boats that came over. These are other fishermen collecting oysters. Сейчас на вторую версию фильма будем смотреть. Кина, Игуана и Бэйби. О, доктор. Beautiful. No, handsome. Tony, his firstborn is dying, and he requires his killer, the healer. Pretty similar underwater scene he's going through a lot of. Pearl. Жемчужина какая. У нас оперный певец. В шортах. Томми! Томми, look at me! Томми! Томми! Томми, look at me! Спасибо! Вот моя порция была много так, а стало так мало, потому что все ужали. Тут такие коридоры, как во времена СССР. Наоборот, смотрите, как красиво у нас в колледже. А мне нравится. It hasn't happened. The plan has not happened. So, follow this plan, what we do, when I show the we do it. So, this sentence is, if we follow this plan, we will reduce greenhouse gases. But we don't express it that way. When I will see you again. I will help. I will help her. Ooh. Верится, что был дождь. Как вам вообще? Все усохло. Нормально, нормально. Fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. But I won't leave you. Will everything we know be lost? Кстати, в каком-то видео я недавно смотрела, что благодаря этим листьям накрывали дома, которые были построены на островах или в джунглях. Это очень удобно, потому что если в большом слое положить этот лист, то будет стекать вода, и получается не нужно платить за материал, просто выращивать эту пальму и накрывать себе дома. Супер! Так разрешают. Мой сегодняшний день подошел к концу, так что я очень рада, что вы были со мной. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх, написать вопрос, если у вас есть он. Обязательно все, что вы пишете, я с удовольствием читаю. И вот как я вначале сказала, ответила на вопросы, так и вы пишите сейчас, я вам буду отвечать. С вами была Мария Карпенко, увидимся в следующем видео. Пока-пока!